Сотни нарушений всего за 4 дня. В ГИБДД подвели итоги масштабных проверок на дорогах округа, которые проходили с 17 по 21 августа. За 4 дня инспекторы выявили более 500 нарушений, в том числе поймали 7 пьяных водителей. Теперь горе-автомобилистам светит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Еще 5 первоуральцев сели за руль, не имея при этом водительского удостоверения. 2 человека управляли автомобилями, несмотря на то, что прав были лишены.